Так, вот мы пришли. Неплохая деревушка у вас тут. К новым персонажам. Конечно, мы с ним уже знакомы, но проходим теперь его здание. Пустынные кланы были взбешены убийством их посла. Они отказались помочь нацистам найти французских партизан. Это сигареты. Небольшая победа приближает союзников к полному триумфу. Что-то я не видел их здесь. Мы далеко от линии фронта, но все мы сражаемся в одной войне. Сейчас дирижабль стоит на складе снабжения немцев в Роял-Паласе, чтобы принять на борт неприкосновенные запасы для африканского корпуса. Самолет? Кажется, они отчаялись. А теперь представь их отчаяние, когда мы уничтожим их цепелин с запасом топлива и боеприпасов, складированных в Паласе. Меня тошнит от нацистов. Скоро жара дойдет сюда. Чтобы загорелся настоящий огонь, не нужно, покажем им, что к чему. Ну окей, покажем. Так, ребят, походу, эту миссию выполнял уже. Ну, раз меня просят... Да, это та самая миссия. Ладно, попробуем. Так, нет, не то. Вот так. Вызовем своих соратников. Сейчас не помогут нам. Сейчас будет штурм. Так. Походим. Подмога прибыла, Шон! А это за Париж! След какой-то, смотрите, он... Он очень интересный. Погнали, пацаны. Входим. Входим. И вот как раз я пришел уже сюда с армией, а не сам, как в последний раз. И пистолет серьезный, да. Он действительно мощный очень. Не иди обмануть в магазине, хоть он стоил где-то в районе 1000. Ну, ладно. Думаю, это того стоило. Погнали, пацаны, погнали, погнали. Входим. Так, это первое. Нет, подожди, это вообще. Нет, вот это. Есть. Это мы разнесли. Дальше надо ракету уничтожить. Погнали. Бро, как отлетел. Это тоже. Так, а что мне еще там? И, конечно же, автомат еще взял себе за 200 монеток. Думаю, нормально обошлось мне там. Так, где стреляют там? Поджигай. Я не понимаю, где мои чуваки, что убили уже всех? Ребят, вы воюете вообще? О, нет. Что-то, мне кажется, их вынесли уже. Эх, ну ладно. Конечно, очень жалко. О, все чертовски здорово. Думаю, сейчас я это быстро пройду, потому что здесь ничего особо сложного нет. Я уже очень сильно прокачался. Чувак, ты будешь умирать? Так, это можно и так уничтожить, как угодно, да? Да. Я уже очень прокачался, так что, думаю, это миссию я быстро пройду. Хотя, первый раз, когда я играл, как вы помните, ребята, я их очень долго пробил, и скорее тоже не прошел. Поэтому мне не засчиталось. Дирижабль. Дирижабль, ага. Самое, здесь еще есть огромный дирижабль, так. Ноль патрон, как быстро. Так, берем. Так, погнал, погнал, погнал. У тебя что там, автомат был? Меняемся. Так, это мы тоже уничтожили. Осталось три цели. И прогресс завершен. Давай, умирай. Так, идем сюда. Так, мне взорвать его. А, походу там просто на эту фигню пострелять, да? Проклятие. Да. Взрыв. И последний, я точка остался. Как я помню, приходил эту миссию вроде бы с дробовиком, и я настолько офигел, это сложно было. Но теперь это уже легче, потому что у меня автомат есть. Так, последний. Есть. Все, валим. Ей, миссия завершена. Теперь надо где-то спрятаться. Убежали. Просто бежим за гадким. Да, эту территорию я тоже очистил. Отлично. Не сказал бы, что эта миссия была супер эпичная, но она такая, хорошенькая. Просто из-за того, что я проходил ее уже, я не буду говорить мне ничего таких хороших слов, потому что я ее проходил уже раза три, когда я проходил только основную кампанию. Так, ребят, пойду сейчас искать, где можно спрятаться, и тогда уже начну. Ребят, все-таки я решил поехать на башню. Ох, какая зона засада, просто пипец. Меня пытаются истребить. Да, все-таки здесь много куда можно спрятаться, но я решил именно на башню поехать. А возможно, сейчас я тоже могу спрятаться. Что? Да ладно, а где экшен? Да, и прошли мы на персонажа даже очень быстро. Ну окей.